Реформирование вооруженных сил. Планомерное, масштабное. На нынешнем этапе в приоритете создание военно-административных секторов. Это позволит решить многие задачи, в их числе и улучшение бытовых условий семей военнослужащих. Материал из Ферганы продолжит тему. В рамках реализации озвученных инициатив на самом высоком уровне в военно-административном секторе Ферганской области в апреле в военном округе Западный начал свою деятельность Центр духовности и просветительства. А в эти дни идет интенсивная работа по строительству многоэтажных жилых домов для семей военнослужащих. Логическим продолжением предпринимаемых мер стало переоснащение и сдача в эксплуатацию обеденных зон в воинских частях. Их работа основана на внедряемой в практику системе аутсорсинга. Под руководством главнокомандующего вооруженными силами Республики Узбекистан проводятся масштабные реформы в военной сфере. Создаются самые современные условия и для несения службы, и в социально-бытовом плане. Мы даем слово оправдать оказанное нам доверие и с честью выполнять поставленные перед нами задачи. Эта воинская часть дислоцирована на территории Ферганского военного гарнизона. Ее столовая на 1500 мест прошла реконструкцию также на основе аутсорсинга. Помимо полного оснащения здесь работает фитобар. А меню составлено с учетом энергетической ценности блюд и расхода калорий, что, безусловно, важно для поддержания физической формы и хорошего настроения военнослужащих.